Итак, это моя кровать, на которой я сплю. Очень хорошо, что она обогревается. Моя соседка Лена Борщева. Посмотрите, друзья мои, какая у нас коммунальная квартира, можно сказать, коммуна. Всю жизнь я мечтал пожить в такой коммуне. И вот так вот мы живем. Здесь в сундуке лежат какие-то необходимые мои вещи. Еды, к сожалению, нам не дают никакой. Ну, в этом и смысл весь этого проекта, потому что иначе было бы неинтересно. Вот Карина Кокс гуляет. Привет всем подписчикам Прохора. Он великолепный. Ваш Прохор – это просто всем чемпион по обаянию. Всем подписчикам! Привет, бабуля! Привет, бабуля! Я еще не доросла до твоего блога. Ничего страшного. Годы пролетят быстро, не заметишь даже. Уже завтра будет 90. Юленька. Да, Топольницкая, но ничего. Когда-нибудь и вы начнете слушать Кадышеву. Придет время. Вот такая у нас замечательная, очень ненадежная крыша. Сегодня был дождь. Я даже думал, что мы, может, эта крыша не выдержать. Града, дождя. И, в принципе, был какой-то сезон, который вообще ребят смыло в эту речку. А там гиппопотамы. Что, блогер? Ну нет, это же можно будет после эфиров выставлять. Вот. Значит... А!